Спасибо, что пришли. Я понимаю, что для вас это непросто. Не за что. Я заказал нам завтрак. Будете кофе? Да. Кафе, по фавор. Моя фамилия Ковтун. Генерал ракетных войск стратегического назначения. Мне сказали, это своего рода честь встретиться с таким человеком, как вы. Да нет. Не скромничайте. Я же понимаю, какая у вас работа. То, что я вам скажу, известно только нескольким людям. Даже ваши кураторы в центре, они в курсе. А о нашей встрече знают только ваши большие начальники. Я так понимаю, ваш муж отошел от дел? Да. Ему рассказывать не стоит. Look, you're doing great. But we're not just about selling, we're about sharing. Clients want to know your experiences. They want to hear about Lacey's honeymoon in Barbados and what made it so special. The condo was perfect because you knew to switch and you took that incredible fishing boat where they cooked your catch. That was amazing. Well, it's a great story. And Rick, your road trip in the Delta? Don't remind me. No. There you go, because that's what they need to hear. We're not brochures. We're people. All it takes is one conversation to produce a breakthrough, so just keep at it. Okay? Уже несколько лет мы разрабатываем систему под названием «Рука мертвеца». В случае гибели всего руководства страны в результате американской агрессии, эта система, действующая в полностью автоматическом режиме, гарантирует, что даже если с нашей стороны никого не осталось, Америка будет стерта с лица земли. Работа почти закончена. Но остаются мелкие технические доработки. Люди, с которыми я общаюсь в вашем руководстве, просили меня поговорить с вами вот об этом человеке. Федор Нестеренко. Мидовец. Близко работал с Горбачевым на переговорах в Рейкьявике. Молод для такого дела, но и на встречу в верхах в Вашингтоне его тоже взяли. Перед самым отъездом Горбачев разговаривал с ним в Кремле, с глазу на глаз. Есть сведения, что он мог рассказать Нестеренко о руке мертвеца. Как бы он не дал ему полномочия сдать ее в обмен на американские «Звездные войны». Этого допустить нельзя. Я так понимаю, вы